этом году мы уже в третий раз проводим нашу конференцию «Формула интернет-торговли», и мы снова постарались сделать ее очень интересной и полезной. Мы пригласили спикеров, практиков, тех людей, которые на собственном опыте знают проблему интернет-магазина и могут предложить свои решения, свой опыт и рассказать о своих кейсах. В этом году выбрана очень актуальная на текущий момент тема, тема того, как удерживать посетителей, которые уже пришли к вам в интернет-магазин, как конвертировать их в покупателей, как с ними работать. Финт – это единственная интересная конференция по интернет-торговле для небольших и средних интернет-магазинов. Соответственно, аудитория здесь именно владельцы небольших проектов интернет-магазинов, которые задумываются о рентабельности. Спикерами была затронута тема «Воронки продаж». Это очень актуальная тема на сегодня, не только для интернет-торговли, но и для любого компании, в том числе и для банков. В условиях кризиса интересно узнать, чем живет рынок, так как здесь присутствуют и ветераны, и молодые магазины. Узнать, что творится, услышать советы, посмотреть на людей, работать дальше успешнее. А хочется пожелать вам побольше таких же конференций, таких же конверсий, таких же теплых встреч за нашим кофе-бейковым столом. Я всегда с радостью, с удовольствием приезжаю на все мероприятия конференции Bittrex. Во-первых, потому что всегда подбирается отличная, качественная публика, а во-вторых, здесь очень вкусно кормят. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Я думал, ты заржешь. Надо было поцеловаться. Тебе лишь бы поцеловаться. Только повод. Там уже началось.